меры предосторожности. Ну, извините. Перчатки. Я без перчаток. Работаю. Оно мне кажется так. Поприятнее. Пойдет. Хотя на шашлык самое то. А вот зачем маленький топорик. Топорик оставляем, он нам еще пригодится. Вот такая у меня вот есть зажигалочка. Да, треснутая. Это, ну ничего страшного, все в жизни бывает. Теперь берем, что еще нам надо. Еще один листочек бумажки. Мы его ложим теперь под низ. Вот так вот. А, не забывайте. Еще надо обязательно погладить кошечку. Ты маслинка. Все, так, ну и поджигаем. Попытка номер один. Ну и смотрим, закрываем поддувало чуть-чуть. И посмотрим, что сейчас выйдет. Так, ну и вот, что мы, в принципе, получили. Все у нас потихонечку разгорается. И можно уже закидывать еще чуть-чуть. Пусть остальное сохнет, так сказать. И будет красота. Вот так вот. Закрываем. Обожаю вот этот звук. И теперь в доме у нас сейчас будет уютно и тепло. Всем спасибо. Не забудь подписать.
Не забудь подписаться.